Песни военных лет, праздничный вальс и троекратное ура. В центре Казани сегодня царила атмосфера Дня Победы. Республика чествовала ветеранов Великой Отечественной войны. В рядах советской армии служило около 700 тысяч татарстанцев. Ветеранов поздравил президент Рустам Минниханов. Станция метро «Дубравная» откроется к чемпионату мира по футболу. Сегодня Рустам Минниханов ознакомился с ходом работ. Основные строительно-монтажные работы здесь завершены. Осталось провести пусконаладку и тестирование системы обеспечения станции. На матче с удобствами парк техники на чемпионат мира пополнился новыми автобусами для судей, команд и персонала. Всего 150 машин. Сегодня они уже выехали на улицы Казани. За плечами обслуживающих транспортной компании крупные спортивные события мирового уровня.